Здравствуйте! Вас приветствует Электромотор, ваш надежный друг и помощник в мире техники. Сейчас хочу представить вам кормоизмельчитель нового поколения ИКОР 5 от Харьковского электротехнического завода. ИКОР 5 – это универсальный кормоизмельчитель. Он предназначен для обработки фуражного зерна с избирательной степенью дробления, початков кукурузы, восковой спелости, сочных корнеплодов кусочками с минимальным выделением сока, сена и, конечно же, стебельного корма. Поставляется кормоизмельчитель вместе с передней стенкой, оснащенной загрузочным бункером. В комплект сменных деталей входит терка в сборе и соответствующая передняя стенка с бункером для корнеплодов, в котором сделано дозирующее устройство, а также сито диаметром 3,4 и 6 мм. Для повышения безопасности использования измельчителя на корпусе двигателя установлен двухпозиционный выключатель. Измельчители кормов ИКОР 5 имеют конструкционные преимущества, такие как защитное реле. Автомат своевременно отключит электродвигатель при аварийных режимах работы, исключая возможность его поломки. Конечный выключатель предотвращает включение кормоизмельчителя при снятой передней стенке, что защитит ваши руки от возможных травм. Принцип работы комбайна основан на работе молоткового ротора с подвесными молотками, специально сконструированного для воздействия на корма различной плотности. Измельчительный механизм выполнен из высокопрочной конструкционной стали, что значительно снижает нагрузку на двигатель и увеличивает ресурс работы. Круговое расположение сит обеспечивает высокое качество помола. В базовой комплектации поставляется сито диаметром 4 мм для получения средней фракции помола. Важно! В измельчителе установлены подшипники закрытого типа, не требующие замены смазки. Также важно, что корпус измельчителя окрашен внутри и снаружи стойкой порошковой краской. А сейчас продемонстрируем вам кормоизмельчитель ИКОР 5 в работе. Перед засыпкой зерна шибер находится в закрытом положении. Включаем вилку в розетку, включаем двигатель, открываем шибер, фиксируем его гайкой. Засыпаем зерно в бункер и измельчаем. В случае, если требуется более мелкая фракция помола, меняем сито 4 мм на сито 3 мм. Если есть необходимость измельчить кукурузу, початок восковой спелости вводим в специальный патрубок. Для измельчения корнеплодов снимаем молотковый ротор, устанавливаем терку и измельчаем. Производительность для корнеплодов 500 кг в час. Заинтересовал кормоизмельчитель ИКОР 5? Тогда звоните к нам по номеру 5300 38, и наши девушки-менеджеры ответят на все ваши вопросы.